Эй, всем привет, дорогие друзья! Я опять в игре Dust. Я зашел в настройки, чтобы понизить немного экран. Я это сделал. Не знаю, будет ли у меня лагать. Блин. Не знаю, лагать будет или нет. Я сделал поменьше экран. И проверим, в общем, как у нас будет работать все. Так, я все сохранил. Звук побольше сделал. Ну что же, мы остановились вчера. В конце города, где мы там прошли город, и остановились там. Поговорили там с лесничим, что ли, который там грибы собирал. Ну, я не знаю, кто он, но мне что-то его одежда напомнила лесничего, который грибы собирает. Вот, и сегодня мы будем продолжать. Я говорил, что мы пойдем в следующую миссию, следующую карту, там, где миссия, где флажок. Но я вспомнил, что я хочу вам еще кое-что показать. Блин, а... Так, я хочу вам еще кое-что показать. Блин, а как... Да блин, а... Ой, ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. А, нет, старт гейма, все нормально, да. Так, 6%, 8%. Где мы проходили-то тогда? Блин, я уже забыл. Вот это мы проходили. Так вот, мы остановились там, где... Где карта... Только я, кажется, не там опять. Или там? Я уже не помню. Я не помню. Честное слово, хоть убей. Так, а если я сделаю... Next. Так. Так, 6 или 8... Ой. Слот первый. И второй. Неф. Слот первый. Автосейв. Может это? Ладно, пофигу. Пойдем и так. Ну блин, надо опять же заново все проходить. Да вы офигели. Черт. Быть не может. Не сохранил я, что ли? Ну ладно, не так уж далеко. В принципе. Да-да-да, я знаю. Сейчас мы его прикончим. Don't worry. Так, стоп. Нифига, он сразу накопился. Тут немного замешкался. Пока я не играл, блин, я немного на джойстиков разучился. Так, опять пришло! Приветствуйся великанов из дерева и великанов из грязи. Метать проливаю. Ай. Сдох. Еще новый уровень получил. Yeah. Well. Oh. What happened here? We've been having. Да, мы yes, это все знаем, мы это уже все проходили, мы их всех убивали, мы их, мы вас, мы с вами сговорили, сейчас идем так, надо идти дальше. Конечно, обидно то, что, ну ладно, рядом с городом, нормально. Опять нужно будет со всеми болтать, но это, конечно, обидно немного все-таки. Прошел же все-таки опять заново, что такое? Не очень хочется мне это. Я хотел дальше пройти, а мне, блин, что-то... Ну ладно. Пофиг.
Опять будет разговаривать, мне тут мозги пороть. Hold it right. Почему нельзя все пропустить? To... А может, и может можно все-таки? Авто, авто, аванс, это что такое? Скип. О, можно! Блин, а! Проспектор. Надо скип. Блин, а я-то думал, блин, неужели опять все заново читать? Не, легко, легко. Отлично. Не надо тратить время. О, дай, дай, я американец. Где? Так. Поговори со мной. Hello. Опять начинают звонить мне в дверь. Так, у меня есть ключи? Нет ключей. Плохо. Так, еще один. Пропустим. Нельзя туда даже. Можно пропустить. Опять разговоры. Здесь все дорого, хотя стоп. Надо скупить что-то. Так, у меня всего лишь одна. Дорого. Блин. Что так дорого-то? Ой. Все время он не всегда запрыгивает. Жизни. Надо сохраниться. Ой. Yes. Так. Так, могу я как делиты? Да, чтобы не мешалось. А давайте-ка я вот сюда вот сохраню еще заодно. На всякий случай, все-таки. С этим самым. Через одно, чтобы не путаться совсем. Блин, не всегда запрыгивает. А то вот так вот иногда делать. Ну, блин, а. Еще один. Идем. Сейчас выйдем отсюда. Последний. Все, 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 все. Он что-то еще хочет. Что он еще хочет? I'll keep my eyes. Please. Блин. Ладно. Может, я взял. Ну что, вот это место. Я думал, я хотел вам предложить. Почему он так делает? Что за лаги там вот с этим? Вот я хотел сюда пойти, но мы пойдем сперва вот сюда. Вот я вам кое-что покажу. А где она? Какого фига? Я ее надеялся опять увидеть. Ну, ладно. Может, она спит. Так, ну вот, это мой дом. Как ни странно. Юга тут почему? Вот этого я освободил, как вы помните. О, что это такое? Что это? Я не знаю, что это. Какой-то камень. Так, я могу как-нибудь...
пойти наверх. Ну, блин, нет. Там путь синов, фу. Почему в дом в таком месте? У меня не появилась она еще не вообще. Так, давайте-ка пойдем. Это означает. Ладно. Хотя... Давайте к новой пойдем. А нет, мы здесь были. Подождите-ка. Ладно. Вот здесь мы не были. Да тихо. Не знаю, меня там друзья в еще одну игру приглашают. А, но я пока не могу. Я им сказал, что я пока не могу. Ну там пишут, наверное, что-то. Я потом отвечу. Да. Тихо. Да ты достал. На. Блин, а запрыгивай уже. Да запрыгивай ты. Чё, ты не можешь запрыгнуть, что ли, даже? What? That isn't... Hey, I know me. Wait, you're right. Да. На. Что там за деньга валяется? Это было красиво, я сейчас сделал. Хранится. Блин, кто, как он так меня сделал? Я там вместе с мешками летал. Кто успел заметить? Нет! Опять вы. Так, один здесь остался, почему ты не сдох тогда там? Воу! Что-то новое. Блин. Сдох. Завял. Хоть он выглядит устрашающе, там глаза красные, но все же он еще не такой сильный. Я же этот висок заболел. Воу! Ну, сучки. Нифига
нифига у меня там сколько счетчика. Ой. Новый уровень. Пятый уровень. Еще краснее. Сдохли все практически. Не, наверху там. Ай! Ты как сюда пропал? Ай! Сучка! Сдохни! Зараза! Офигеть. Так, я могу что-нибудь сделать? Здесь должна быть кузница. Предметы. Нет, не здесь. А где же я делаю предметы? Так. Так. У меня нет. Ай, стоп. Да подожди. Что там было так? У меня где-то было. Нет у меня нифига. Блин. Так. Шоколадная какая-то фигня. Я могу сделать, походу. Ай, блин, она тысячу хп, тысячу, да вы охренели. Так, а если? Ладно, пофиг. А, знаю их. Давайте посмотрим, кстати говоря. Они, короче, взрыв... Они... Он все равно остался жив. И потом исчез. Как пополнил жизни. Так, ой. Тихо. Очень опасные существа. Есть шоп какой-нибудь? Hello again. Он мне напоминает из этого, как его. Была тоже про игра такая. Короче, я забыл название игры, но там, короче, этот, как его, там... Тоже был такой же, типа, такой продавец, только там он был как на смесь похож. Тоже там, там еще есть, там две части игры. Одна часть игры, самая первая, это ты играешь за войну с огромным мечом, а вторая часть, это ты за его брата играешь, у которого, ну, смерть. У него там на лице маска и две косы. Я забыл название этой игры. Сам-то я игру-то помню, но я забыл название, вот как ни странно. Но я забыл. Так, ну 3000, ну дорого, ну что так. Могу только вот этот купить. Куриц нет. Your transaction is most appreciated. Thank you. Thank you. Нету ключей.
Ай, блин. Жалко. Ау, 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 ау. Колобки, блин. Злые колобки. Это сейчас было, кстати говоря, опасно. Ой! Вот это опасно было. А, горю! Я горю! Ай! Я клей подобрал. Для жизни. Ой! Что за фигня сейчас была? Тихо. Там курица, отлично. О, ключик, ура! Очень хорошо, что у меня ключик появился. Потом смогу открыть что-нибудь. Тихо. Залимся. В этой статуи головы нет, обидно. Стоп, стой, 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 стой. Надо посмотреть, что там. Что там? Ну, запрыгивай. Да что ж ты не можешь запрыгнуть-то? О! Сейфинг, стой, не надо еще раз. 13. Взрывайтесь. Так, куда мы попали? Еще один сейфинг. Тихо. Злые. Тихо! Там еще ключ. Я ключ забыл. Вот он.
Апа-па-па-па! Тихо. Блин, напугал ты как, а? О! Одежда. Как там сколько было? Это мне напоминает этот самый, как его, вторую часть, там, где смерть. Хотя она, походу, тоже зайчиха. По ушам. Она даже красивая. Она тоже делает всякие штучки. А, на чертежи. А, тут можно, походу, купить. Thanks, Сейли. Сейли? Just inside the door. Её зовут Сейли? Я могу пропустить? Её Сейли зовут. А чё, он может что-нибудь? Hi there, Maddie. Он только мычит. All right, then. Он все время как напоминает мне этот самый очень сильно. Darkness, кажется, называется игра. А может и нет, я забыл. Что-то похожее. Надо подлечиться. Все. Подлечить. Так, мы обратно идем, не надо. О! Я прям как иллюминатор. Так, рука оторванная чья-то. Я отсюда вышел. Нет? А, нет, я вернулся там. Блин, опять вы. Опять вы! Опять вы, а? Отставьте все в покое уже. Уа, новый уровень. Блин, я даже не подобрал. Все хуем. На миссию, наконец. Все, я дальше не проходил. Вот это, на этом уровне я уже не проходил. Это же вообще что-то новое. Врагов-то дофига. Через город. На. Че они так улетают? Ну ладно, пофиг. Деньги. Куртка! Еще... А, это кольцо. Я куртку получил какую-то. Ай. Так, куртка. Слизни нужны. А, еще деньги платить за это. Сумасшедшие. Thank you.
Джин. Это красиво, сейчас я упал. Сколько этих самых? Хорошо такая. 10 штук. Блин, только не сейчас. Не надо сейчас. Да блин, а сейчас я с ними расправлюсь только. Сейчас, минутку, подождите. Так, я вернулся. О! Блин, там этот самый был, а я упал. Блин, опять свой. Ну иди, блин, сюда. Так. Купим что-нибудь. Есть что-нибудь новенькое? У тебя есть вот это вот. Что это? А кому попал? Давайте вот это купим. А стоп, подождите-ка. Атаки 2. Сколько там атаки? Атака. О, надо купить. Неплохо. Спасибо. Сдох. Сразу же. Да... Блин, ёлки-палки. Блин, еще это пошел в жадницу. Да ё-моё! Наконец-то. Все, идем дальше. Ну, ты. Нет. Еще один ключ. Так, я забыл ключ. Опять я ж забыл. Надо бы подобрать. Там кого-то уже подолбать успел. Еще один.
ключ. Надо эту бомбу не тащить, если я ее сорву. Она только для этих самых, для ботов. Идем дальше. Темно тут, блин. Дальше. Что так темно? Устала, что ли? Afraid of the dark? I laugh at the dark. Wait, heights? How is that possible? Oh, do I? I must have never looked at it that way. О, уроды. Там прыщ! Какого-то, кстати, нового вида. Прыщ, прыщ! Поехали, поехали, поехали. Ой! Еще засранец. Уходи. Скотинская скотина. Так, это мне кажется дали. А, фигушки. О. Че так дорого все собирается? Ау! Ни хрена себе! Ни хрена! Ни хрена у них... Ни хрена у них длинные! Все они что ли охренели? Ну, блин, а их... Слушай, может ты мне поможешь, а? Это что такое? 10 атаки? У-у-у. Купить. Две ш... А, нет, я только одну могу купить. А, блин. Спасибо за новый ингредиент. Надо выпить. А как выпить? Ай. О, лучше. Лечимся. Уходим. Они там попадали, как далеко. Высоко подбросило-то. Нет. Блин. Еще босса мне дай. Хорошая штука. Бьет сильно теперь. Ах, сучка. Так,
магию еще новую не получил до сих пор. Да сучка, сучий потрох. Бьет их. Хотя крутение меча, кстати говоря, еще и дает себе способность, чтобы притягивать к себе вещи, которые выпали. Чтобы не ходить назад там и разворачиваться. Я потом только сейчас узнал. Медузы какие-то летающие появились. Они электрики. Вы охренели, на. Не смей стрелять с меня электричеством. Порежу же. На кальмаровый салат. Валим всех подряд. Еще одни. Вот труба какая-то. Я новое достижение получил. Опять сволочь! Да ты охренел! Сучка! На! На! Скотина! Нет, ты, вы охренели. Fidget is... She's been... You mean... Что это с ней? Что с ней такое? А, она не может эту использовать. Она на электричество, кажется... это самое. Она, кажется, на электричество... Этот самый, она электричество не может противостоять. Еще... О, какое-то красивое. Что такое? Hello? Hello, can you hear me? Haley, is that you? Where are you calling from? Голограмма какая-то, сообщение. From beyond the grave. Ah, demon blacksmith! That's the worst kind of blacksmith! Would you calm down? I'm at home with Maddie. I see you found my dad's lost receiver. Yeah, and it seems to be working. That's great! Now, if you ever need to craft an item, you can do it directly from your inventory. Now, Dots, this doesn't mean I don't want you coming up to visit me in person. Sure, Haley. I really appreciate the help. Сообщение какое. Кстати, они пытаются пройти и проникнуть сюда. Яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. То, что будешь делать-то. На!
Блин, виды красивые такие. Обожаю красивые места в играх. Ой! Опять новый или старый друг. Ну, мы его поприветствовали очень быстро. Ой, еще одни. Я сейчас ни разу не сдох в этой игре. И плохо было бы представить, как я сдыхаю. Но я пока не буду этого делать специально. Вау, рогалики какие-то у меня. Шоколад. Крошеный шоколад. Киндер сюрприз. Что, сдох, что ли? Да ладно. Суки! Я вас сейчас прикончу всех. На, сволочи, на. Еще лезут. Ну, ладно, лезьте. Мне это пофиг. Надо провериться. Ну, походу, реально умер. Печально-то как? Реально умер? Эй, может, ты жив? Да, я не могу... Блин, а. Убили, блин, жаль беднягу. Не успел я. Быстрее бы прибежал, успел бы, я думаю. Хотя по игре они скажут, что это не изменить. Там так, помощник. Вау, он новый, но новый у него не ингредиент. У него есть суши. Суши у него 500. Нифига, у него эти самые. Булочка. 100%. Дайте-ка я куплю одну суши. И хотя денег не буду тратить. Стоп, а еще у него есть новенького других вещей. Так, вещи. У него ничего, в принципе, и не осталось. Только ключи по дорогой цене. О, я ключ нашел. Значит, не надо. Сука, на. Вау. Что ты сделал? Их тут два банана, блин. А мне там надо. Скоро будет. Что там такое? Что-то висит. Там висит такое, плавает что-то. Блин, а. Ну что, мы скоро придем? Почти. Где
Это сундук есть с сокровищами. Воу! Это что место, где я, походу, в самом начале был? Ай! Господи, я думал там проход есть, оказывается, нял. Так. Ну ладно. Где мне взять сей мощный фрукт? Может, где-нибудь здесь валяется еще? О, а может быть... Можно, нет? Да не, нет. Ой. Ладно, пойдем туда. Если он не исчезнет. Да, смотрите, он со мной. Две курицы. 11 куриц вместе. А как мне? Что, потухло, что ли? А, я же воду пустил. Ну, конечно! Я не заметил, что я воду, кстати говоря, пустил. Сдохни. Опять телетуны. Доеду уже. Реально. Блин, он меня еще и сбросил. Блин, куда он упал? На. Там опять гигант.
Он упал. Блин, а сучка. Да сука. Я улетел от него. Хороший, кстати, тоже способ уклонения от таких гигантов, как вот Дива вроде тебя. Вот это уже сдох все равно. Но как-то странно вздыхает, он на одно колено падает. Как-то очень странно. Странный вид умирания у него. О. Сохранимся. Что у тебя есть? У тебя, в принципе, ничего больше нету. Так, стоп. Нет, то место. Блин, сколько умерших! Совсем охренели. We've made it this far, Fit. Another. What is it, Aura? Such. Я даже спокойно ходить не могу. Нельзя здесь. Даже на джойстике. Блин. Погибли все. Как на войне, блин. Это еще кто? Это новый босс? So, you've come. What have you done? You murdered all these innocent people. Он всех убил, что ли? Фига. Босс! You dare speak to me of innocence when you have so casually slain a countless number of my children. Ты что за фигня? Your children? You're talking about those monsters back there? Who are you? So, you don't remember my name? Rest assured, my friend. This time, you will not so easily forget it. Хрена. Босс! I don't care what your name is. You're no different than those monsters I fought before. And like them, you will fall to my blade. You are the only monster here, puppet. As I turn your bones to char, your final thought will be that Fuse was victorious. Now die! Сучка. Ой. А, я его сейчас закокохаю. Он не такой уж и страшный. Но уворотливый. Ой. Сюда лучше не подходить. О, сил у него, конечно... Ай-ай-ай-ай-ай! Сил у него, конечно... Сучка. Но! Сука. Ой, он бросает. Во. Сдохни, сейчас сдохнешь. Все. О, от достижения. The lights of Elysium shine upon me. But can they reach the darkness within you?
What are you? Among the last of a dying breed. A once proud race extinguished by your hands. My hands? You and your warm-blooded kin. We moonbloods were outcast, scattered to the wind. You and others like you, they came to my village. I can't remember. There is sadness in your eyes, but it is not guilt. It is loss. After all you've done to my kind, you still think only of yourself. Perhaps that is for the best. Your leader, Gaius, he led you and your fellow assassins into battle. Assassins? He even murdered his own kind, our greatest allies amongst the Warmbloods. But one escaped. She was the only one I would dare spare in the slaughter that was to come. She? Who are you talking about? Who did I kill? Who knows? Who sees? My vision has left me. I return now to the life thread and to my brethren. No, no, wait! Farewell, warm blood. Ashes to ashes. Dust to dust. We did it. He knew I was Fidget. He'd seen me before. If only he'd lived a moment longer. If only I'd managed to keep him alive somehow. As you can see by the dead littering this village, that would not have been a good idea. I'm sure you're right. We should return to Aurora and report to Mayor Bram. There was also that name, Gaius. Ну что ж, сейчас я не понял, но походу был его друг. I've got a feeling. Так что это? О! Фига! Хрена! Офигенно! Фига! Охренеть! Ну что ж, я на этой шикарной ноте закончу вторую часть этой удивительно шикарной игры. И перейдем к следующей части, к третьей части. С вами был я, Драйгар. Всем, я думаю, эта игра очень понравилась. Также с вами был Даст и Филидж. Или как ее там? Не, я забыл, ну, вот эту вот, короче, которая помощница, которая за мной летает. Я забыл, это Фиджет, во. Так что с вами был Даст и Фиджет. И я, Драйгар, и на сегодня все. И перейдем к следующей серии, третьей части. Всем пока.